И смотрите далее в нашем выпуске. Девочки тоже бывают сильными. 13-летняя москвичка легко поднимает штангу весом под центнер и бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. В пауэрлифтинге соревнуется уже со взрослыми дамами. О крепком подростке Татьяна Новикова. Ну кто подумает, что эта хрупкая девочка с косичками сейчас возьмет и поставит в ступор взрослых накачанных мужчин. Марьяна Наумова, 13 лет, выжимает 90 килограммов одним махом. Не каждый 40 килограмм может поднять на раз 10-12, а я запросто. Пока наши олимпийцы расстраивают российских болельщиков, Марьяна добилась очередного мирового рекорда. На ее счету их уже 16. В 10 лет она стала чемпионкой по пауэрлифтингу среди подростков Московской области. Потом был Кубок Черного моря. Соревноваться с девочками Марьяне было уже неинтересно, и она оказалась сильнее взрослых женщин. Ну, когда я стою на пьедестал на первое место, второе, третье место, они грустят и смотрят в пол, как так девочка их обыграла. Штангу в руки Марьяна взяла после того, как однажды попала на соревнования вместе с папой. Он тоже пауэрлифтер. Девочка попробовала сделать жим лежа просто ради любопытства. И в первый раз смогла поднять 20 килограммов. Тренеры увидели это и сказали: срочно в зал заниматься. Подрастает монстр жима. Она очень целеустремленно и сосредоточенно относится к своим занятиям. То есть я могу и забить, и отложить свои занятия. Она очень серьезно вот относится, очень серьезно. Марьяна Наумова уже попала в Книгу рекордов России. Сама Бекка Свенсон, сильнейшая женщина планеты, зовет ее в гости на чемпионат мира в Лас-Вегас. Наш монстр жима собирается туда осенью, а пока тренируется и с грустью смотрит Олимпийские игры. Смотришь, ну как так, китайцы, американцы обыграли нас, вот как так? Все-таки хочется, чтобы мы были первыми. Марьяна уверена, что смогла бы пополнить копилку нашей сборной. Но пауэрлифтинг не олимпийский вид спорта, хотя вопрос этот обсуждают. Пока российские спортсмены сходят с дистанции, 13-летняя девочка рассуждает о причинах неудач. Детский вид спорта запущен, и поэтому у нас так мало вообще медалей золотых, вообще медалей. Это все очень обидно, конечно. Занятия пауэрлифтингом государство тоже не поддерживает. Все соревнования Марьяны за свой счет. Иногда помогают спонсоры. Зато много поддержки от американцев. Так что не исключено, что когда-нибудь на олимпийском пьедестале появится новая Бекка Свенсон. Наша Марьяна Наумова. Но защищающая честь США. Татьяна Новикова, Илья Мельченко, Василий Лезов. РЕН-ТВ.